При несении службы на территории Гагаринского района сотрудники госавтоинспекции города Саратова обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Законные требования сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал. Было принято решение о преследовании данного транспортного средства. Виражи по пересеченной местности напоминают бег зайца по полям. Так лихо и отважно пытался удрать от полицейских водитель ВАЗ-2112. Злоумышленник, не думая о безопасности женщины пассажира в салоне, отчаянно петляет и скачет по ухабам. Под скрежет подвески в облаках дорожной пыли полицейские неоднократно предупреждают злоумышленника о применении табельного оружия. К счастью, до этого не доходит. Осознав бесполезность своих действий, правонарушитель останавливается. Задержанный водитель сразу же сообщает полицейским. Прав у него нет и никогда не было. Вот и причина неповиновения. В отношении злоумышленника составлены протоколы сразу по 4 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.